Друзья, всем большой привет! Я приехала в магазин Победа. Сейчас поснимаю для вас. Этот магазин новый. Здесь я еще ни разу не была. Интересно, что здесь, в этом магазине. Точный адрес укажу в описании. Оставайтесь со мной. Сейчас посмотрим все. Детские футболочки с рисунками такими смешными по 189 рублей. Платье на девочку 260 рублей. Симпатичная. Есть также розовенькая с птичками. Славненькая. Еще остались семена. Перец, капуста по 1 рублю. Это еще весенние, видно, остались. Куклы по 59 рублей. Одноразовые тарелки. 12 штук, 28,40. Также ложки. Вот такие цены. Наборы посуды для пикника и барбекю на 4 персоны 399 рублей. Ключ для винтовых крышек. Вот такой ключик 47,50. Также есть машинка закаточная. Ключики. Закаточная машинка полуавтомат 225 рублей. Крышки. Сливать такие с дырочками по 5 рублей. Кухонные весы механические 349 рублей. До 5 килограмм выдерживают. Также здесь есть посуда. Тарелки такие красивые. Нежный такой цвет. Бирюзовый. Очень красивые вообще. Люминарк 99,90 глубокие. Салатники по 99,90. Также тарелочка 18 сантиметров 100 рублей и 25 сантиметров 100 рублей. Форма для выпечки раскладная с замочком. Так, диаметр 26 на 7 сантиметров. 298 рублей. Разделочные доски разных цветов. 46,90. 32 на 204 сантиметра. Гладильные доски. Тоже разных расцветок. Очень большой выбор. И вот цена. 853 рубля. И также сушилка для белья 698,40. Сейчас дойдем туда. Мы хотим просто еще тут купить кое-что. Приехали сюда в первый раз, как я уже сказала. С дочкой ходим и заодно показываем вам. Шампунь «Ромашка» для всей семьи. Литровая бутылочка 29 рублей. Очень дешевый шампунь. Мыло с дозатором, жидкая литровая бутылочка 69 рублей. Кстати, в этой Победе есть то, чего нет в той Победе, которую я обычно снимаю на Гоголевском. А эта Победа находится на Маскатова, или как, на Лизы Чайкиной. Мыло апельсин 26,50, 140 грамм кусочек. Также мыло цветочная по 12,90, 75 грамм. Детское мыло нейтральное, 4 кусочка, 45 рублей. Кусочек 75 грамм. Мыло тоже очень много. Вот детское мыло по 27 рублей, 160 грамм. Краска для волос Фитоколор, разные оттенки, 44 рубля. Я, конечно, не знаю, как она по стойкости вообще, как она хорошая или нет. Очень дешевая краска.
Также лак для волос очень сильной фиксации. Романтика. 42 рубля 200 миллилитров. И также есть еще вот такой флакончик серого цвета. Тоже написано, что очень сильная фиксация. 42 рубля. Тоже 200 миллилитров. Зубная паста Aquafresh. Большая упаковка. 125 миллилитров. 69 рублей. Также Colgate, максимальная защита от кариеса, 59 рублей, 100 миллилитров. Нашатырный спирт, аммиак в бутылках больших, литровая бутылка 64,70. Тоже не видела в той победе такого нашатырного спирта. Тоже какой-то чистящий отбеливатель, пятновыводитель. 85,90 литровая бутылка. Хорошее средство Санита, спрей 1 минута, антижир, эффективно удаляет жир и нагар. Вот это средство очень хорошее, хвалят его. 85 рублей. Средство для посуды Сорти, нежность рук, большая бутылка, 900 миллилитров, 49,90. Очень много порошка Bimax, 9 килограмм, 599 рублей. Также Сорти порошок, 6 килограмм. Вот так, цена 329 рублей. Лоск, а лоск не вижу цену. Ушастый нянь порошок, 4,5 килограмма, 499 рублей. А тут 2,5. Так, а где он? Ага, 269 рублей. Вот они цены. Губки для посуды, большая тоже упаковка. Сколько тут? 10 штук. Твой день, 40 рублей. И рядом также маленькие губки помощница. Ой, упали. Сколько? 5 штук. 20 рублей. Разбирают губки, я смотрю, мало их тут. Тряпка для пола 94,80, 50 на 60. Вот она открытая. Оранжевого цвета. Электрический чайник на 1,8 литра 479 рублей. Гель для стирки Bimax, очень тоже большая бутылка, 2,6 литра, 349 рублей стоит. Вот цены. Огромный мешок корма Darling, это для собак, 10 килограмм в мешке. Так, а цена? Цены нет, цены не вижу. Также здесь есть KitKat. Очень-очень большой выбор по 11,90 с разными вкусами. Очень много. Все не буду перечислять. Также Феликс 17,20. Пурина Ван. Маленькие пакетики. 200 грамм. 72 рубля. Также кошачий корм Фрискас 12,90. Тоже тут и с гречкой есть. И с курицей есть. В общем, кормов очень большой выбор. Педигри для собак с говядиной в соусе по 13,90, по 14 рублей. Соус краснодарский, зареченский продукт. Баночка 480 грамм, 58 рублей. Рассольник буздякский. Очень густой. Тут каша какая-то, наверное, это перловка. 53,30 цена за 500 грамм. Также кабачковая икра. Зареченский продукт. 49 рублей за 450 грамм. Помидорчики. 55,30. Принцесса вкуса. И огурчики также принцесса вкуса. 69,90.